За этим столом собрались очень разные дети. Есть и совершенно здоровые, многие с особенностями физического и психического развития. Пока родители заняты своими делами, они все вместе посещают игровой и развивающий центр, осваивают новые занятия и учатся быть вместе в толерантном и дружелюбном мире. Некоммерческое движение «Право на счастье» работает с особенными детьми уже много лет. И каждый год активисты придумывают что-то новое, расширяют свою деятельность на весь край. В этом году очередной смелый проект – организовать смены инклюзивных лагерей в нескольких городах края, где дети, подростки и молодые люди с инвалидностью получат первый ценный опыт самостоятельного проживания без родителей. Плюс в лагере созданы трудовые мастерские, где, собственно, ребенок пробует, проходит разные профессиональные пробы, он пробует разные виды деятельности, чтобы еще понять, что мое, что не мое. Да, возможно, в будущем именно в такую одну из таких трудовых мастерских он и пойдет. С этим проектом активисты движения участвуют в грантовом конкурсе. Это одна из форм поддержки некоммерческих организаций в нашем регионе, которая очень востребована. Ежегодно на грант претендуют сотни социально ориентированных проектов по различным направлениям. Это и поддержка семьи, и добровольчество, культивация здорового образа жизни, экологические проекты, сохранение родной культуры и многое другое. В последнее время много программ НКО предлагают в сфере благоустройства придомовых и дворовых территорий. Еще одна форма финансирования, закрепленная депутатами законодательного собрания в законе о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае, это субсидирование. Субсидии как для самих социально ориентированных некоммерческих организаций, также и субсидии для муниципальных образований. Это субсидия на поддержку муниципальных программ, либо подпрограмм, которые создаются в муниципальных образованиях, подаются на конкурсной основе. И вторая субсидия – это субсидия на поддержку муниципальных ресурсных центров. Согласно краевому закону, НКО могут получить и другие виды содействия – предоставление всей нужной информации, консультации специалистов и экспертов, возможность получить образование. Со всеми этими вопросами активисты могут обратиться в Краевой центр поддержки общественных инициатив. Они могут получить здесь информационную поддержку, консультационную поддержку различного спектра, начиная от заполнения грантовой заявки, по правовым вопросам, по вопросам финансовым, как отчитаться, как получить грант, как внести изменения в устав и так далее. Это основной вид поддержки. Кроме того, каждая некоммерческая организация может прийти в центр поддержки и провести любое мероприятие в специально подготовленных залах. Все услуги, предоставляемые в рамках краевого закона, для заявителей абсолютно бесплатны. Евгения Шелковникова, Всеволод Никитин, Павел Потылицын и Денис Тимошенко. Енисей. Новости.